Чё бы поиграть? Assetto Racing, Earn to Die, она до сих пор популярна. Что? Стоп, она чё, вышла? Ну что, как говорится, у нас первый запуск, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как все моргает, Санечка. А, тут прям регаться надо? Да ладно. Так, ну я правильно понимаю, если у нас есть регистрация, значит, у нас будет сохраняться свой пароль, своя почта, да? А может и нет. Пошла, родимая загрузочка наша. Все моргает, тачка, у нас гироскопик уже... Ой-ой-ой. Игра у нас все-таки еще не до конца доделана, я правильно понимаю, потому что это не до конца уже релизнутая версия, поэтому давайте так. И хочу я сразу начать вот с профиля. XP у нас тут есть. У нас есть 300 серебра. 300. Сколько? 300. Отсосил тракториста. Ха-ха-ха-ха-ха. Я пошутил. Какие модельки сочные, вы поглядите, ё-моё, ля-ля. Смотрите, RX какая сочная, ёкалэмэнэ. Настройки, ага, это у нас педали. А куда тут столько кнопок? А куда тут столько? Стоп, это у нас газ на полную, это у нас газ не на полную. А вот эти педали, а, это тормоз, я так понял, да? Давайте сразу графон, короче, на всю мы включим. Чего тут, радио есть? Street Beat? Да ладно. Так, ну графон уже стал лучше, я вижу, и FPS. Песик тоже стал. Как говорится, лучше он жрать. Мне очень нравится. Пальмы вот эти вот там, которые вдалеке такие красивые. Ладно, все. Всем спасибо и всем пока. Окей, в город у нас есть кнопка единственная. Ой-ой-ой. Ля-ля, погляди. Ой-ой-ой-ой, смотрите, как все... Охереть. Чего? Все? Это началась игра так? Ёб твою мать. Стоп. Подождите, стойте, извините, у меня просто дурачок немножко. Меня просто так переполняют эмоции, вы бы знали. Графон это... Графон просто шикарный, ёб твою мать. Извините за маты, дисклеймер был в начале для вас. Офигеть не встать, просто офигеть не встать. Так, это тормоз на всю, это тормоз чуть-чуть, да, окей. Нам рестартнуть, да, порт, мы в порту. Я на карту нажал, ёб... Извиняюсь, буду без мата попробовать. Что? Что? Здесь даже так это реализовано? Не, конечно, я вижу то, что там, я так понимаю, на Unity движке у нас все это сделано. Уже, как говорится, наглядно видим, что такое у нас Unity, да? Давайте сразу взглянем на карту. Так, у нас открытый мир. Да ладно, здесь даже сельская местность есть с ветряками. Что? Окей, мосты. Мне очень интересно вот по мостам бы покататься. Охренеть, тут город огромный. Мне очень нравится, как типа здесь можно вот так вот. Может быть, мне это в CarX устроится SFX саунд-дизайнером вот так вот. Ладно, все. Так, это моя мафия, снимаем. Так, это у меня моя машина, ФВД, это у нас полный дрифт, окей. Так, а как мне вернуться-то? А, вот. Блин, ну это очень круто. Так, давайте, поехали. Меня очень уже раздражает музыка. Давайте музыку выключим, она меня очень бесит. Так, все, поехали. Первая передача, она почему-то машина вообще не едет. То есть, ручник. Так, мне не очень, знаете, что понравилось, как сейчас цветокоррекция поменялась, конечно, такое себе, да? Чё вообще? Ой-ой-ой, Санечка, снимаешь? Так, нитро давайте включим. Идеальный дрифт. Так, счетчик у нас как в CarX Online. Но у меня полный привод, у меня почему-то машина вообще не едет. Управляется машина, кстати говоря, очень прикольно. То есть давайте попробуем разогнаться. Ну... На 100 км в час, конечно, она так не будет поворачивать в реальной жизни. Вот так вот. Я, то есть... Ой-ой-ой, чуть в поезд не врезался. Короче, разгоняемся. Ой-ой, чуть не врезался. В общем, вот третий перед... А, нет, смотрите-ка, она уже не так сильно поворачивает. То есть от скорости зависит. Окей, ну Блять. Офф. Так, у меня справа вижу я офф, а система стабилизации у меня выключена. Мне не очень нравится, как все дергается очень жестко вот это вот. Графика мне сразу же просто, ну, типа, нравится. Играю на айфоне 11, поэтому кто на андроидах пока, так скажем, не будем выражаться матами. Как зайти в дом? Дом 59. 95. Идиот. Так, дом 95 у нас, тормоз, газ. А как зайти-то в дом? Пока все-таки на квартиру не купил, ипотеку не оплатил. Скорее всего, забрали за ипотеку у нас дом. Отобрали, кредит не пополнил. Так, давайте, все, едем. Я вижу слева гонка фиолетовый, я так понял. Блин, ну графони, конечно. Блин, надо... Я на тормоз, на вот этот слабенький. Чего? Да ладно, здесь есть трафик? Я, если честно, думал трафика... Давайте с ручника первое. Я, если честно, думал тут трафик. Ну-ка, давайте-ка попробуем.
Нихуя себе, блядь, ебал. Блин, я не могу, это так смешно было, не знаю почему. Так, давайте. Блин, офигеть. Ну, на самом деле, графоний очень красивый. То есть, исходя из того, что игра... Куда ты поворачиваешь? Помеха справа, дядя. Исходя из того, что у нас... игра еще, грубо говоря, сыроватая, да? Оптимизация у нее типа такая себе. Я вижу, типа, FPS у меня не 60. Вот что-то подлагивает. Но графика очень лютая. Если сюда завезут оптимизацию со временем, а ее по-любому сюда завезут, потому что игру будут релизить, то, ну, вот на данный момент я просто смотрю на освещение, как оно здесь работает. У меня шок. Вы посмотрите на вот эти фонари. Ой, блядь. Вы посмотрите на вот эти фонари, какие они классные. Еще мне очень доставляет, то есть, знаки дорожного движения. Смотрите, здесь прям, ну, типа, как есть. Окей, давайте, первая гонка. Фарм заезд. R6, R1, окей, здесь у нас такие же R-ки, я так понял. Это у нас награды, как в Карельксе дрифт-рейсинге нашим любимым. Пока что я не могу понять, как мне ехать-то. Вот. Маршрут построен. Такси. У меня телефон до такой... А, вот, все, окей, вот. Это кнопка принять. Все, пошла загрузка, первая гонка, дамы и господа. Ой-ой-ой, 3, 2, 1, счет. Первая гонка Catfish Studio, первая передача на какой-то супер универсале. Почему-то мы едем в гонку, как будто мы лохи какие-то. Так, ну, кажется, как текстурки... Ой-ой-ой, блин, конечно, телефон у меня пипец, как на... Ёб твою мать, не справился с управлением, офигеть. Я, если честно, думал, конечно, я войду в поворот. Я на самом деле в поворот не вписался, потому что у меня зависла игра, а не потому что я какой-то лох. Ну и лох, наверное, потому что тоже, но это не суть. А у меня что, на время, да? 56 секунд, что-то тут показывает или не? Смотрите, у меня даже фары как освещают вверх. Шашки. Давайте нитро. Ой-ой-ой, как мы ускоряемся. Смотрите, как освещение круто работает. Ё-моё, я не могу. Очень круто. Ну, типа, вы... А почему у меня пропала траектория? Непонятно. Куда ты, дядя? Давайте, притормозим. Прогрузились у нас текстурки. Вторая передача. Все, я доехал, да? А давайте камеру попробуем поменять. Ого, чего? Здесь из салона? Так, вторая камера повыше. Давайте. Давайте попробуем из салона. Блин, жалко никак... Блять, из салона еще больше лагает. Давайте не будем пробовать. Конечно, оптимизация у нас подхрамывает. Это все понятно, как бы игра. Так, ладно, она не то, что подхрамывает. У меня сейчас телефон, наверное, сгорит. Давайте чуть-чуть убавим. Блин, ну я не могу, очень круто. Я не знаю, почему, типа... Подрезаем, нахуй, куда ты, дядя? Я не знаю, типа, именно прикольно то, что мир открытый, поняли? Или не поняли? Наверное, поняли. Так, а где бензин? Бензин у меня, давайте на заправку. Вот у нас слева с ручника вот так вот мы на заправку. Вы видели, что у меня там с помощью? Передние колеса у меня там. Тихо. Так, кнопка примените, а заезд, давайте. Спортивный. Чё? Здесь есть бензин разный. Ладно, давайте. 5 литров заправляем. Прервать процесс заправки. А что, надо еще время ждать или что? Ладно, у меня просто столько эмоций, что типа здесь даже время суток на карте поменялось. Я, если честно, думал... Я думал, что типа никто не догадается сделать, чтобы это все менялось. Ну, вообще, что касается всей графики, освещения, вот этой вот всей штуки в совокупности, у меня пока что шок. Ну, типа, мне... Шашку закроем? Не едет. У меня машина вообще не едет. Блять, Need for Speed Carbon, нахуй. Вот, смотрите, я 140 лечу. Вот так вот и врезаются. Пацаны, не гоняйте, вы нужны матерям. Блин, вот там вот, смотрите как. Ёб твою мать, если бы не гонка. Я хочу вот очень по мосту вот по этому прокатиться, который сейчас надо мной. Вы видите, как круто это выглядит? Давайте нитро подрубим. Мост очень крутой. Мне очень нравится то, что здесь, здесь не просто город прямой, а здесь, то есть, вверх-вниз. Дорога не просто вот плоский мир, да, кто помнит вот этого пацана. То есть, рельеф постоянно изменяется. Соответственно, подвеска будет постоянно менять свою работоспособность. Где-то подвеска будет... Еле вписался. Где-то подвеска будет отрабатывать нормально, где-то нет. Мне интересно, кстати, вообще здесь машину-то можно настраивать или нет? Давайте вот эту гонку проедем нам, чтобы сейчас валюту дали. Блин, ну графон просто шикарный. Поехали в Сталинг-ателье, сейчас заедем. Перекрасим ее из цвета обоссанного дерьма, из цвета детской неожиданности, так скажем. Напоминаю, BMW в CarX Drift Racing Online покрашен в такой же цвет, в цвет детской неожиданности по умолчанию. Я бы, знаете, что тут сделал? Угол обзора. Угол обзора вот какой-то слишком маленький здесь, из-за этого скорость не так сильно чувствуется. Ладно.
Смотрите, какой со злыми фарами. Это, знаете, как четырки раньше тюнили, bad boy. Мне очень нравится, то есть детали ставишь, и они идут не в цвет машины, то есть это как ты на разборке, понял? На разборке взял капот, присобачил от другой тачки капот, и тебе надо его покрасить. Вот это реально прикольно. Капец, конечно, обвесы дорого стоят, мне там в награды дают по 100 золота. Офигеть, тут даже арки можно будет расширять. Капец, тут диски стоят, чего? Да это откуда я столько валюты? Не, пацаны, пока у нас карман не тянет. Чего? 2000 баксов покрасить? Уезжаем, нас не устраивает. Давайте попробуем в тюнинг-ателье теперь забабахать. Но машинка, конечно, не едет вообще. Ой, вместо переключения передач ручник жму, окей. Прорисовки. Давайте с ручника сюда. Я чуть не перевернулся. Так, у нас можно ставить разные турбины. Что это? Это выхлоп, да, я так понимаю? А, выхлоп у нас вот. Ну ладно. Мне очень нравится то, что здесь вот сделали не как вот типа в CarX Online и в CarX DR2. Просто типа там дрифт 1, дрифт 2, дрифт 3, про дрифт. То есть можно начинать с самого малого. То есть сначала там выхлоп чуть-чуть поставил там. То есть вот тюнинг мне нравится больше вот такой вот детальный. То есть турбиночку отдельно, выхлоп отдельно. Там бошки шлифанул, то, пятое, десятое. Вот это круто. А не про дрифт 1, про дрифт 2, ультимейт и все. Можно будет моторы свапать. Смотрите, ого. Типа смотрите модельки моторов на сколько качественные. Даже ремни, видите, даже ремни ГРМ, вот эта вся чепуха, атмосферник видно у мотора. Вот это круто, то есть и каждый мотор отдельно отличается. По-разному весит, смотрите. Даже масса от моторов прибавляется. И смотрите, от моторов вправо у нас меняется это. Развал, клиренс меняется. Вот это круто. Интересно, я на задний могу нитро включить? Блин. Чего? Я столб уронил. Мне очень нравится, я столб вырвал, а он все равно светит. Найс, чисто от пауэрбанка заряжается. Вы представляете, когда сюда добавят мультиплеер, какие здесь сходки? Тут чисто вертолетные площадки, с ручника заходишь на полном приводе. Тут чисто сходки какие-нибудь стенд-стилевые будут. И, кажется, хотелось бы мне в воду улететь. Я просто Dead Inside, мне... Смотрите, какой здесь лес красивый. Блин, лес очень крутой. Ну-ка, интересно, а по вот этой вот гравийке, по вот этой вот параше, по говну будет другой зацеп? Тачка лучше по ней будет дрифтовать, по сути, должна? Да! Она скользит, смотрите. Смотрите, как ее сносит. Здесь это реализовано, да ладно. Я просто охренею, если они еще потом добавят сюда дождь, смену... шок. У меня уже шок. То есть, смотрите, я вот так вот резко рулем кручу, ну, типа, нету зацепа. Вот так ручника дергаем, и смотрите, как она скользит, вау. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Там вода нет! Прости меня! Смотрите, типа, везде как-то разнообразие есть. То есть слева вода, здесь ровный асфальт, справа у нас листва. Было бы еще круто, если бы на асфальте была бы какая-то типа деформация. То есть где-то подстертый асфальт, где-то какие-то кочечки. То есть ты едешь там, борешься с рулем, с дорогой, там, пытаешься в повороты войти, вырулить, а тебя еще и на кочках там выпуливает. Давайте вот сюда заедем. Смотрите, как круто, какие развилки, вы представляете? Ну, типа, если здесь уличные гонки, такие, типа, знаете, блядь, я еле вписался. Такие чисто ночные гонки устраивать какие-нибудь, ну, типа, насколько это круто будет, вы прикиньте? Очень классно. Ну, типа, выглядит реально красиво. Конечно, у меня телефон сейчас сгорит, наверное, потому что настолько сильно он там перегрелся, это просто мандец. Ну, конечно, вот мой совет разрабам — это намутить угол обзора. По-хорошему бы, конечно, сделать вообще меняющийся угол обзора. То есть, если я хочу там 60 фов сделать, могу сделать 60. Если я хочу 120 фов, сделать 120. Ну, типа, я не ощущаю то, что я вот войду в поворот, нет. Ну, на самом деле, 150 км в час я не должен был, скорее всего, войти на такой стоковой тачке. Но тачка, в принципе, рулится прикольно. И, знаете, нет такой сложности в управлении, как в короче Drift Racing 2. То есть, если сюда добавят еще какую-нибудь сюжетку, карьеру, то это, наверное, будет... Я просто играл, когда купил себе телефон, я играл в что там? В асфальт я там играл, в какой-то, типа, в App Store есть. По сравнению с каким-то там асфальтом болевотным, вот это вот, когда доработают, я уверен, то, что вот это будет круче. Если сделают здесь сюжет, плюс мультиплеер, ну, типа, будет куда круче с открытым миром. Очень напоминает Need for Speed Payback. По управлению Need for Speed Payback, как будто, вот, знаете, оттуда вот взяли физику. То есть машина такая, особенно когда в дрифт ее пускаешь, вот,
ну, есть вот чуть-чуть такое вот поебечность такая вот, поебачность. Блин, ну, конечно, выглядит все красиво, освещение супер крутое. Даже здесь машины ездят, да ладно. После перезахода в игру мы появляемся непонятно где, на какой-то стройке. Видимо, сегодня на подработке были, я хз, чисто в Майнкрафте Кубаленд строили. О, я перезашел в игру, смотрите, текстурки другие, по-моему, стали, да ладно. Что это такое, спринт, круг? Чтобы скатать в эту гонку, я так правильно понимаю, нужно вступить в клуб и открыть какую-то там штуку, да. То есть какие-то гонки будут именно в клубах. То есть игра в любом случае будет завязана на том, что игроки будут постоянно взаимодействовать между собой. Соответственно, скорее всего, здесь будет, конечно же, мультиплеер в дальнейшем. Да, телефон охладился совсем по-другому. Теперь хотя бы играть возможно стало, лагало просто неимоверно. А, блин, ну вот, конечно... Мне не очень, знаете, что нравится? Вот начинаешь дрифтить, и камера, то есть ты едешь, у тебя камера статично стоит, ручник нажимаешь, начинает отдаляться, угол обзора начинает увеличиваться. Это вот знаете, как в пейбеке, вот так же вот было. Вот, нажимаешь ручник, и как-то совсем, ну, типа, по-другому начинает ощущаться игра. Да, и, конечно же, было бы круто видеть трафик в дальнейшем побольше, чтобы вот так вот шашки ездить. Здесь, ну, типа, и вот этот вот виртуальный интеллект, смотрите, видите, он сворачивает от меня, вот это прикольно, то есть он не когда он, ну, типа, едет в меня, хочет врезаться, а он меня объезжает, он хочет спасти свою жизнь, он не Dead Inside, как я, с моста, что ли, слететь, ладно. Смотрите, как красиво, просто вот, типа, из тоннеля выезжаешь, вот так вот, и здесь просто вот деревья очень круто проработаны. На телефоне, на самом деле, когда вот играешь на маленьком экранчике, игра выглядит супер люто, круто. Особенно лагает, вот она красиво. Вот, графики я бы поставил, ну, прям вот реально, 9 из 10, то есть, именно вот для телефона графика супер крутая, реально, мне очень нравится. Что касается физики, семерочка, ну, типа, на семерку подходит, потому что, ну, говорю, по сравнению с тем, что у нас есть в асфальте, блин, хотел на... По сравнению с тем, что у нас есть в асфальте, здесь вот смотрите, как я сейчас вылетел, и я не куда-то улетел в море, я когда там прыжок совершал, я знал то, что меня сейчас кинет в дрифт, и, ну, типа, тачка вот так вот боком по инерции пойдет, то есть, ну, физика реализована так, как она в реальной жизни. Прикол игры будет заключаться в том, что вы будете здесь развиваться как гонщик, то есть прокачивать свою машину, проходить гонки, и весь прикол в том, что это будет не одиночка, игра будет завязана на клубы, на других людях, вы будете развиваться в этом мире параллельно. Ну, по мне, это очень круто, то есть, когда ты играешь не один, и взаимодействие между игроками происходит, и вот эта вот прокачка, гриндинг, и именно гриндинг не для себя, а еще и для других людей, вы смотрите, здесь даже забор сшибается. Здесь даже сшибается забор, несмотря на то, что он потом, конечно, пропадает. И все, бензин у нас закончился, поэтому вот так, дамы и господа. Кому понравился видосик, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте тоже лайки. Иначе со своими дизлайками вы знаете, куда пойдете. С вами был, как всегда, ваш любимый Catfish Studio. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, колокольчик бейте и ждите новых роликов. Всем гудбай, какао, пока, адьос. Или как нормальные люди прощаются, пока.